going to play not one, not two, but three. Music is love. Музыка для меня — это любовь. Музыка — это те ощущения, которые я испытываю, когда влюблена. Когда я чувствую музыку своей кожей, своим сердцем, физически в своем теле. Это те же чувства, как когда я люблю. И это самое сильное, самое мощное ощущение, которое есть в жизни. Если бы я не была музыкантом, я бы ходила на концерты и фестивали постоянно, чтобы заполнить эту потребность в музыке. Вот такие фестивали, как «Дикая мята», делают людей счастливыми.